Итак, ребята, сделал мишень для лазера. Сейчас поближе покажу. И вот смотрите, как теперь стало намного легче. Включаем лазер. Видите, пультик, удобно. Вот я его там поставил. Так, нам надо сейчас лучи. Один хватит вот этого одного луча. И вот смотрите, что мы делаем. Выставил лазер. Потом взял, сделал такую мишеньку. Тут люстра, кстати, так классно светит, как прожектор. И вот смотрите, нарисовал здесь фломастером, какой мне надо уровень. И вот берешь теперь под подвес, ставишь и смотришь, вот совпадает или нет. И начинаешь, здесь я, кстати, уже просек просекателем. Отлично, смотрите. Вот. То есть выставил по лазеру просекателем. Просек. Но я все-таки, наверное, обложки закручу туда. А может и нет. Вот, пожалуйста. Все, тоже просекателем просек. Вообще шикарно. Единственное, вот здесь. Вот сюда. V-образный в этот. CD-профиль, зараза, не могу вот сюда никак просекателем засунуть. Надо его немножко подточить. Не влазит, зараза. А в принципе, есть многие и не закрепляют эти SD-профили. Они у нее гуляют вот так. Там, по-моему, у Кнауфа в инструкции так и написано по установке. И вот теперь, что мы делаем? Смотрим. Смотрим. Итак, свет поярче. А ну зацените лампу. Вау, классно. Вот сделал как. Два магнита было. Динамики когда-то были у нас, колонки Амфитон. Там пищалки сгорели, и там куча таких магнитов была. Вот. Между ними зажал обычную линейку. Алюминиевую. Ну, мне она, в общем-то, линейка тут и не обязательно была. Мне нужно просто вот фломастером метку поставил, да и все. Не надо, спиртом ее стер, другую метку поставил, угольничек приклеил. Это все на сопли китайские вот эти. Но опять же, смотрите, как вы только сопли наносите на холодную линейку, они сразу застывают. Поэтому я нанес их сюда. А потом снизу зажигалочкой подогрел и чпок. Все заклеил. И также два магнита. И вот такая получилась мишенька. Классная. И да, еще, смотрите. Вот мы берем, выключаем свет. Ой, не то нажимаю. Вот, выключить. И смотрите, какая польза от этого лазера. Сделаем цветомузыку на Новый год. Смотрите, какая красота. Вау. Смотрите, что творится. Вот так Андрюха будет с Владиком клацать. Андрюха по вертикали, Владик по горизонтали. И будет такая цветомузыка. Классно? О, кстати, лазер же не показал. Лазер не показал. Итак, вот я его туда установил. Полочку прикрутил. Это все в комплекте шло. Все-таки это надо, наверное, обзор сделать, да, на этот лазер. Классная штука. Ребята, как мы раньше без лазера делали, придурки. Ну вот как классно же, а. Надо было, кстати, мне линейку прозрачную сделать. Я бы тогда мог, смотрите, вот так поставил. И с этой бы стороны видел лазер. Лазарик. Не, ну классно. Видите, полоска фломастера. Раз, сопоставил. Теперь взял здесь. Зажал. У меня тут немножко потолок, видите, выпирает. И сюда уже не влезет просекатель. Поэтому просто на обложке поставлю. Фух, ребята, пока это все закрутишь, шарахнуться. Пока это все сделаешь, блин, руки отпадают. Ну вот, сделали.
Это, кстати, вот не трещина. Видите, по потолку идет. И вот идет к выключателю. Это проводка здесь. А вот как мы ее нашли? Вот сейчас мы вам видео выложим. Раньше мы снимали видео, как мы сделали прибор для поиска проводки. Фух, ребята. Задолбались мы. Ой. А еще хренячить и хренячить. Выбираем. Осталось чепуха. Ай, чуть-чуть осталось. Это ваше будущее. Yes, ребята, все. Ой, чтоб я еще раз взялся за этот гипсокартон, то встрался бы он еще мне. Угу. А в других комнатах кто будет делать, а?